Анна Демірполат – сімейний психолог, арт-терапевт, є учасником проєкту благодійного фонду Life Changer, що надає соціально-психологічну підтримку родинам, які опинились в скрутному матеріальному стані. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що так рано прокинулися і завітали до нас. Дуже так, дійсно, цікаве болюче питання, да? Анна в нас вже не в перший раз, це наша постійна гостя, яка може в будь-яку годину ефіру прийти, так, нам і допомогти розібратися в питанні. Отже, ви почули теж думки батьків, деякі за оцінювання, деякі проти, деякі, можливо, думають іншу форму оцінювання. От вас, як психолог, розкажіть, ваша думка, чи необхідне оцінювання в початковій школі? Ну, что такое оценивание само по себе? Да? То есть это мы выравниваем под какой-то уровень ребенка, да, что вот у него должен быть конкретный какой-то уровень. Давайте так возьмем. Возьмем в природе деревья одного и того же сорта. Возьмем там, например, розы, да, какие они бывают разные. Можно ли оценить красоту розы от ее роста, от ее, да? Ну, хотя и тут оценка есть, существует. Так, да. Но, тем не менее, природа так устроена, что действительно дети абсолютно все разные. И здесь нужно учитывать и тип темперамента, это биологическая основа развития мозга, то есть насколько ребенок может быстро реагировать, какие у него быстрые реакции на импульсы, да, то есть насколько быстро он может, например, усваивать какие-то знания и не может их усваивать, да, насколько у него сильная концентрация внимания, она у одного ребенка более развита, у другого ребенка менее развита. Если говорить про школу, то дети в основном сейчас идут в школу, это возраст 6-7 лет, то здесь как раз еще формируется основное, да, то есть основные этапы мозгового развития еще доформируются. И если говорить про оценку, то здесь она будет, ну, конечно, можно говорить, что сегодня родители подготавливают детей, то, что они уже приходят не на одном уровне готовности. И тогда, если бы дети не были готовы, то про оценку говорить вообще не нужно было бы в принципе, потому что дети только еще развиваются, все мозговые функции развиваются, да, то есть и оценка, она абсолютно являлась бы субъективной. Для ребенка в первом классе, оно так и есть на самом деле. Мы просто не можем четко оценить, как бы, да, уровень именно развития ребенка, скажем, если бы они не были готовы, например, так как сегодня занимаются подготовкой к школе, вынуждены родитель. Ну, а с іншої сторони, раніше діти ж також були всі різні, але всіх оцінювали. Да, і, соответственно, смотрите, оценки були немного різні. Все-таки були двоєшників побольше було, були троєшники, да, то есть отличники були, но как-то они разнились. Сегодня, в принципе, оценки подтягиваются в классах там повыше, да, потому что идет подготовка. В любом случае, смотрите, что такое оценивание? Это приравнивание ребенка к определенному статусу, вот ты как бы должен быть вот именно только такой. И тогда его индивидуальные особенности учитывать достаточно сложно. А темп развития у каждого ребенка очень индивидуальный, и это уже доказано психологами. Темп развития мозга, то есть как у каждого все развивается, да? Поэтому оценка с какой-то стороны. Понятно, что мы привыкли к этой системе. И родители привыкли говорить, ты у меня хороший, ты у меня плохой. То есть мы привыкли находиться в оценочной системе. Но эта система, наоборот, и создает вот то дополнительное напряжение, которое не дает развиваться интеллекту в той степени, как бы он мог развиваться. Ведь параллельно с интеллектом обычным, IQ, идет еще эмоциональный интеллект развивается. То есть это умение ребенка представить себя, да, в классе, выступить. Посмотрите, сколько детей хорошо учатся, но спросите первоклашек, как они себя чувствуют, когда они выходят к доске. Ну, и не первоклассники скажут, что не дуже. Да, то есть, да, то есть, смотрите, и при этом, смотрите, сколько напряжения, сколько сил, энергии тратит организм для того, чтобы выйти к доске или для того, чтобы получить какую-то оценку, получить, например, признание учителя, родителей, оценку, да, вот я хороший, я молодец, и на это сколько энергии тратится, тогда сколько энергии забирается от интеллектуальной, действительно, природной активности. Анно, скажіть, оцінювання все ж, ми почали з початкової школи, так, що там все ж необхідно, можливо, дітям якусь дати мотивацію для навчання, так? Вони мають до чогось йти. Я навіть свого прикладу пам'ятаю, що коли я працювала в школі, діти всі з цими щоденниками, зошитами прибігали, мені отут смайлик поставте, а зараз що? Смотрите, опять же, что, ну, хорошо, смысл в том, что им поставят этот смайлик, да, то есть он получит удовольствие, радость, опять же, почему такая гонка именно за вот этим смайликом? Почему нет гонки, да, например, вот радости от того, что я чего-то там выучил, рассказал, например, да, а именно гонка за вот, как, вот этой оценочкой, потому что за ребенком стоит его родитель.
тревожный, часто и переживающий, как же его чадо все-таки будет дальше в мире справляться с трудностями. И вот здесь как раз очень много напряжения, почему мы, психологи, стараемся действительно понизить, да, вот это напряжение. На самом деле, посмотрите, ведь есть, хотя нет достоверных вот полностью научных исследований, да, но очень многие примеры показывают, что дети, которые выходят из школы не самыми высокими оценками, но при этом умеют общаться, умеют как-то организовывать свое время где-то в чем-то, да, занимаются на различных кружках, имеют какие-то опыты, какие-то интересы собственные, такие развитые, да. То есть эти дети потом показывают достаточно хорошие, успешные показатели в жизни, то есть именно успешные по каким-то показателям. Семья, да, где-то реализация, самореализация, то есть какая-то работа, которая нравится именно этому ребенку, да. А оценка, она настолько, ну, то есть, смотрите, я сказала, что родитель стоит за ребенком. Угу. То есть он перед тем, как вот когда, особенно самая красивая сцена, это когда родитель занимается с ребенком дополнительно уроками, да, то есть и сидит на ним. Самая любимая тема, да, где очень много, заметьте, что там обычно происходит в такой ситуации? Все кричат, напряжение, да. Дети плачут. Мама, волосы выпадают. Да. То есть посмотрите, откуда столько напряжения, что делается, да, почему именно в этот момент столько напряжения. Потому что из-за вот этого оценивания у родителей возникает, от какой эмоции возникает этот гнев и неудовольствие? От эмоции страха. А что будет с моим ребенком? Что будет, да, в будущем? Вот как раз, понимаете, здесь важно эмоции свои, как раз и поработать с ними, что-то сделать, чтобы было спокойно, атмосфера обучения была спокойная. И как раз вот здесь вот важно, что оценки, если мы понижаем их значение в смысле для тебя, то есть говорим, слушай, твое старание ценно, не то, к чему ты идешь конкретно, хотя это тоже здорово, можно показывать ребенку не оценки, а какие-то цели, да, то есть как вот что, например, например, оценка – это некая такая вот гора, вершина, к которой ты двигаешься. Но посмотри, как здорово на ней, пока ты к ней двигаешься, да? Ты двигаешься по этой горе, по этой дорожке. Посмотри, сколько всего интересного ты можешь узнать на этом пути. Тобто ми не ставимо дитині за цілю цю 12-ку отримати, да, гарну оцінку, а от те, що вона отримує, там, якісь знання. Да. Так? То есть, понимаете, здесь очень важно родителям, действительно, правильно сказали, тяжелее, да, придумать аргументы. Угу. І как раз все ж треба навчитися самому якось пояснити дитині, маленькій, що це в майбутньому їй знадобиться. А як? Вона ж малесенька. Да. 6 років дитині, їй потрібно вчити англійський. Для чого? Ну вот именно поэтому оценивание убирают в первом классе, да? То есть ребенок больше осознанно начинает относиться уже немножечко дальше. То есть это уже возраст после 7 лет. И то тогда еще полностью мотивация полностью не приходит, да? Она становится еще более осознанной еще в старшем возрасте. Поэтому смотрите, как раз и про оценки, да? Где можно действительно ребенку хорошо объяснить, что действительно ему учеба важна? Это как-никак не младшие классы. Да, то есть это можно объяснить старше, когда растет осознанности уровень. Так может в старших классах не будем оценивать? Вот, а вони будуть знати, що їм це потрібно. Понимаете, это очень спорный вопрос, потому что мы привыкли к оцениванию. Весь мир привык к оцениванию. То есть это очень сложно, да, вот сейчас говорить про старшие классы, вот как быть. Но с другой стороны, сам очень важен уровень осознанности у детей. Угу. Вот в первом классе и втором, третьем он еще слабый. Поэтому оценки, они как бы как таковые, просто мотиватор родителей, чтобы двигать детей. Но тогда они же не думают о том, как же действительно мотивировать ребенку. А это значит показать ему, что мир прекрасный. Посмотри, сколько всего можно в нем увидеть, показать этот мир, его особенности ребенку, да, то есть уделить этому моменту внимание. Что такого особенного вообще в процессе учебы? Что ты от этого получаешь, да, что в этом интересного на самом деле? Показать, как это можно применить в мире, да, там, угу. Те же там, там воздух загрязняется, посмотри, вот чем ты дышишь, там придумать, там, да, там стаканчик поставить, налить туда грязной воды, смотри, это все попадает в тебя. То есть быть практичным, быть чем-то очень привязанным к жизни, когда учеба становится привязанная к жизни. Вот смотрите, Сухомлинский, очень знаменитый, да, человек, который столько детей выпустил, которые, кстати, были задержкой развития, и все смогли потом устроиться в жизни. Что он делал? Он показывал, как действительно обучение может быть тебе полезным просто в жизни. Да, то есть без акцента на оценки. Посмотрите, какие разные там были дети, которые у него учились, абсолютно из разных семей, из очень сложных ситуаций. Вот. Поэтому оценка, как бы, да, то есть она может быть, но ее значимость как бы не настолько акцентироваться должна родителям. Например, открываете вы дневник, о, сегодня там у тебя там двойка, да, там, ну, грубо говоря, 5 баллов, там, там 3 балла. Да, о, Кость, молодец, так, я на сегодня у тебя получилось так.
здорово, ты постарался, да? То есть, добре, що прийшов, розказав, а не вирвав сторінку, да? Да, то есть сегодня теперь давай встретимся с проблемой. Вот что важно, да? Не то, что теперь родителю важно понять, почему же так происходит. Оценки некий такой индикатор для родителя, что нужно на что-то обратить внимание, не запускать, где-то помочь, да, но не стремиться к оценкам. Вот стремление к оценкам, я говорю, создает очень много напряжения между детьми и между родителями. И, кстати, вот буквально моя дочь недавно рассказывала, что вот ученик в классе, с которым она сидит, она тянет руку, постоянно ее толкает, да, и вот говорит, ну зачем, насколько важны ему вот эти вот оценки, да, и у него какой уровень тревожности, действительно, потому что вот выкрикнуть, сказать, выговориться, да, то есть, хотя ребенку на самом деле нужно просто внимание. Потому что действительно тянется он за оценками, он получает вот это вот внимание. Придет до дома, вы на оценку, мама похвалит, да? Да, да, да. Может быть, конечно, есть требования у родителей, да, чтобы получить обязательно вот, вот такую вот оценку. И поэтому он переживает. Сколько дополнительного напряжения? Все напряжение, понимаете? А тело, организм ребенка и взрослого человека в том числе, поэтому родители должны обратить на себя внимание, как они себя чувствуют, да, это очень важно. Должно быть расслаблено на 90% в течение дня. Получать удовольствие, быть расслабленным, в таком, знаете, спокойном состоянии и легком напряжении, для, чтобы выполнять определенные активности. А мы находимся вот в день сколько в процентов состояния напряжения, и, соответственно, дети сколько. Да, то есть дети вынуждены из-за вот этого оценивания, точно так же и взрослые вынуждены из-за каких-то особенностей, то, что они не обращают внимания, да, как их жизнь устроена, быть процентов 80-70 напряжения в течение дня. Отже, все, знімаємо напругу, перестаємо так нервувати через ці оцінки. Головне, правильно розтлумачене значення цієї оцінки, для чого необхідно, да? От, і не казати, от, ти маєш... Діти будуть це усваювати, і це буде закладуватися. Чим більше ви прикладів знайдете, чим більше ви уделите цьому увагу, да, цьому процесу, тим і організація самої учоби інтересна. От тоді більше і продуктивніше, звісно, буде. Отже, шукаємо правильну мотивацію. Не 12-ка, а гарне значення, от, для чого дитині це навчання, ці знання. Так, дякую вам. Анна Демір-Палац, сімейний психолог, була сьогодні у нас в гостях, розтлумачила нам, що таке оцінки, для чого взагалі оцінювання в школі, як правильно себе, дітей змотивувати, навіть не себе, батьків, а дітей змотивувати, щоб вони добре вчились, а не просто гналися за гарними оцінками. Дякую вам.